В Ленском районе проснулись клещи. После майских праздников за медицинской помощью обратились 6 человек, в том числе ребенок. Трое пострадавших отдыхали в лесу, еще трое подцепили клещей в городе. К счастью, все пациенты привиты от клещевого энцефалита. По словам медиков, сделать такую прививку еще не поздно, ведь иммунитет начинает вырабатываться сразу, а достигает максимального значения через 2-3 недели. В Мирном и Ленске привиться от клещевого энцефалита можно в Центральной районной больнице, обратившись в регистратуру с паспортом и сертификатом прививок с 9:00 до 12:00.